Два дня во Дворце спорта «Триумф» проходил турнир по волейболу среди молодежных команд. Организаторы мероприятия – местное отделение молодой гвардии «Единой России» и комитет по физической культуре и спорту администрации «Люберец». Наша съемочная группа запечатлела финальные игры. Участниками спортивного турнира стали 6 команд. По результатам первого дня соревнований финал прошли 4 лучших волейбольных коллектива. Это хоть и любительские дворовые команды, но играют ничем не хуже профессионалов. Мы рассчитываем только на победу, потому что я считаю, у нас одна из самых сильных команд. Будем бороться за первое место. Первую игру мы выиграли с большим разрывом, вторая была немного посложнее, но все равно одолели. Каждая команда сыграла по одной партии. Для победы необходимо набрать 25 очков и выйти в полуфинал. А затем уже побороться за главный приз турнира – Кубок молодой гвардии «Единой России». Спорт – это, наверное, одна из важнейших частей жизни общества в принципе. Ведь оно развивает не только там силу и выносливость, но и командный дух. В любом случае, волейбол – это командный вид спорта, и в одиночку тут ничего не добьешься. Подобный турнир проходил в городском округе Люберцы несколько месяцев назад. В планах организаторов провести в этом году серию таких соревнований, в том числе и волейбольную лигу. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.